армии и военно-морского флота. С Днем Советской Армии и военно-морского флота! Когда говорят, что это праздник мужчин, я не соглашаюсь, военные меня поймут, потому что немало военных у нас и женщины носят погоны, поэтому и их тоже, и жены офицеров, это тоже их праздник. Это очень, ну скажем так, такое ну, широкое событие, ведь с 8 марта мужчин не поздравить, к счастью. Вот, начать хочу с песни, она очень старая, это одна из моих ранних песен, написана еще в училище и больше 30 лет, но ничего за это время у военных не поменялось, у них всегда судьба одна, дорога. Опять стучат колеса, считай километры. Меня по жизни носят дорог разбитых ветры. На автомата сталь, надеюсь, как на Бога, и вновь носит вдаль. Моя судьба дорога, приют мой в тех местах, где бросил я фуражку, где сохнет на гвоздях промокшая рубашка. Мой цвет один защитный, мой спутник автомат, лишь он надежный щит мой. Да не сколько гранат. Мне надоело по миру носиться, мне часто сон один ночами снится. Открыл я дверь, устало улыбнулся и прошептала тихо: мама, мама, я вернулся. Мне надоела фляга с водой и с коньяком. Подай-ка лучше, мама, мне кружку с молоком. Я возвращаюсь в дом, как с улицы котенок. Мне воевать потом, а здесь я как ребенок. Вы можете спокойно гулять хоть до рассвета, быть может где-то войны, но это только где-то хранят вас наши руки. Нас не судите строго, ведь нам одни разлуки. И вечная дорога. Мне надоело по миру носиться, мне часто сон один ночами снится. Открыл я дверь, устало улыбнулся и прошептала тихо: мама, мама, я вернулся. Опять стучат колеса, считай километры, меня по жизни носят дорог разбитых ветры. На автомата сталь, надеюсь, как на Бога, и вновь вносит вдаль. Моя судьба дорога, моя судьба дорога.
Спасибо. Что-то подумал, вчера звонили мне из Астрахани, даже нет, позавчера, а ты не здесь? Я в Минске. Да нет, все говорят, что ты здесь. Я говорю, это неправда. А в чем дело? Ну, у нас тут стрижи лето. Ну да, там в это время был юбилей 185-го центра боевого применения. Действительно, ребята туда летали. Ну, это просто к следующей песне. Летим в заморскую страну, что далеко в чужих широтах. Мы на военных самолетах, но наш маршрут не на войну. Летим в нерусскую страну, как по линейке в небесах. Мы чертим след инверсионный, меняя снизу страны, зоны и часовые пояса. Мы на работе в небесах. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным отделом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Мы им открутим пилотаж, сорвем восторг, аплодисменты. Ведь помнят страны, континенты. Все знают в небе почерк наш, наш Russian crazy пилотаж. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным делом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все. Дай Бог нам снова над Москвой пройти, дать салют победы. На нас с небес посмотрят деды, вспомнят свой последний бой под замерзающей Москвой. И дай Господи сберечь орлят, чтоб не пришлось с нуля сначала. Витька Жидуб, Покрышкин, Чкалов на помощь к нам не прилетят, но там на небе не простят. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным делом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коли заниматься летным делом, предельные режимы
не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Как жаль, что на земле все за пределом. Третья песня, да, те, кто часто ходит на эти концерты мои, знают, третью песню всегда пою как третий тост. Это разные песни. Сегодня решил спеть ту вещь, которую давно не пел. Не знаю, может это какое-то суеверие, в плане того, что я, наверное, несколько концертов не исполнял. Ну вот так оно происходит. Мы уже в этом году потеряли 6 летчиков, действующих, я имею в виду. Это вот эта та трагедия над Татарским проливом и в Мурманской области. Отдельно хочу сказать, ушел из жизни совсем недавно мой близкий друг. На прошлом концерте он вот там сидел, Александр Витальевич Лебедев, заслуженный военный летчик России. Надо же, похоронили недалеко от моего отца, от могилы. Вот. Ну, вот такая профессия, всегда говорю. Ничего с этим не поделаешь. Так было, есть, к сожалению, будет. Вот. Но они все с нами, пока мы о них помним. Они с нами, где-то там летают на этом последнем задании. Ну вот и все. На новом месте службы. Разбор полетов с главным, будь здоров. И хоть я жил порой не так, как нужно, отправился же к нашим, но суров. Здесь главное исключительно суров. А встретили зачет на все 5 баллов. Кто был не на полетах, прибежал. И даже сам Валерий Павлович Чкалов при встрече крепко руку мне пожал. Обнял и крепко руку мне пожал. Но главное, я снова здесь летаю. Неясно как, отсутствует металл. Хоть крыльев за спиной не наблюдаю, летаю, сколько в жизни не летал. Летаю, как при жизни. Здесь поздно в полете бывать осторожны. На все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожные. И нам уже можно. Теперь уже можно летать и без границ. Нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мной стоит. Мы живы, хоть оплаканы родными. Нас радует здесь небо холодок. Не рай, не ад, а где-то между ними невидимый военный городок. Заоблачный военный городок. Но главное одна для со всех задача — летать с живыми здесь по небесам. Стараться уберечь парней, иначе всем плохо,
коль они приходят к нам. Ой, плохо, как они приходят к нам. Здесь поздно в полете бывать осторожны, на все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожные, и нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ, нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мной стоит. Вне возраста все летчики в полете равны все. Тёха и Главком, здесь Нестеров с Гагарином в почёте, и Удочкин с одесским юморком, а Вася Сталин, ну, тот особняком. Шумит нам про исправность всей матчасти, припапину за это под расстрел. Наверное, грузин здесь прав отчасти, на днях он целый борт опять сгорел, и новый экипаж к нам прилетел. Теперь и сам я здесь таких встречаю на входе в гарнизонном КПП. Я здесь за подготовку отвечаю в соответствии с небесным КПП. Здесь курс другой, небесный КПП. Здесь поздно в полете бывать осторожно, на все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожные, и нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ, нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Ах, как же мне хочется выпить стакан тот граненый, с хлебушком черствым, а фото со мной стоит. Нам уже можно, теперь уже можно, нам уже можно. Ну вот эти дни, они, это не только праздник 23 февраля, так сложилось, что действительно вот недавно был другой праздник, это праздник, я считаю, не один, я считаю, в этом году это был юбилей 15 февраля, была юбилей 30 лет вывода советских войск из Афганистана. Дата, которая вот все отдаляется, отдаляется. Иногда смотришь уже. Раньше мы привыкли к тому, что вот ветераны той далекой войны, их уже совсем мало осталось. Тут начинаешь обзванивать каких-то друзей и очень хороших знакомых, и понимаешь, что уже и этих ветеранов, уже вот этой относительно ближней войны становится тоже меньше. Вот тот же вот упомянутый мною Александр Витальевич Лебедев, участник афганской войны. Здесь в зале есть люди, я уверен, их много, кто воевал в Афганистане. Ну, из тех, кого я знаю, это мои близкие друзья, это Сергей Викторович Косяков, полковник, заслуженный военный летчик России, где-то там сидит. Вон он, да. Вот. Знаю, что где-то здесь еще заслуженный военный летчик России Вячеслав Михайлович Еремин, полковник, который еще летает.
учит летать тех, кто служит в авиации Росгвардии. Вот. Я не знаю, афганцы, если есть, вы поднимитесь на всякий случай. Даже те, кого я назвал. Мы вам поаплодируем, потому что это важно. Сегодня все понимают, насколько та война была, как сказать, нельзя сказать важна для нас. Но просто с годами, с десятилетиями мы понимаем, с кем там боролись-то, в общем-то. И вот мой близкий друг Анатолий Васильевич Сурцуков, вертолетчик легендарный, он говорил, что для нас это победа. Мы выходили, ну, это как бы, ну, как сказать, праздник победы, это праздник, потому что мы, говорит, оттуда выходили с развернутыми знаменами, не поджав хвост. Для военных понятие победы характеризуется степенью выполненных задач, а не тем, что там нарешали политики, а военные там задачи все назначены, они их выполнили. Поэтому перед ними только снять шляпу или отдать честь. Вот, несколько песен вот на